опять залпы были. Сбылась ракета, минута, ракета ушла. Только что залпы были из-за девятиэтажки, из-за девятиэтажки. Капеллан, капеллан, я небо, прием. Девятиэтажка. Капеллан, капеллан, я небо, прием. Капеллан Ярому, присоединяйся. Слава Украине! Что-то полетело, блядь. Так, по укрепрайону. Капеллан, капеллан, я небо, прием. Яра, Яра, я небо, прием. Набери его нахуй на мобильный телефон, блядь. Сейчас я его наберу, я его только что наберу. Плюс, плюс. Монах доку, туда, туда. Возьми, смотри, где-то метров 100. Башу, башу не упала, башу монах не упала, башу приветствую. Тоже бачу. Позвольте меня, дальше стрелять, я принял. Христа, приди сюда, я принял. Рене, это третий яшки. Брюнет, ответь Яшке. Борода, передай Брюнету, пускай выйдет на Яшку. Брюнет, ответь Яшке. Яшка. Брюнет, будь на связи, передавай старшему брату. Девятиэтажка, точка девятиэтажка. Оттуда были залпы. Там это, до 30, кажется. Давай координаты. У него должны быть. Еще раз один точку назови. Девятиэтажка, блядь! Батареи есть, помнишь? Старичок, гусь, пушка, а что у вас за проблема? Старичок, гусь, пушка, что у вас за проблема? Работайте в том районе, где пролом, где эти пидоры окапывались, со всех стволов, все три позиции, блядь, быстрее, хули вы молчите, нахуй. Пушка плюс. Передай своим соседям, пускай быстро работают туда. Лёгон! Что там? А? А ну, проходи, проходи. Пушка, отбеги их быстрее, они, блядь, плохо кочегарятся, они вообще тебя не слышат.
Кто хуярит с АГС-а? Шайба, это ты ебашишь? Слышат, отбеги их, скажи им.